Здравствуйте, в эфире программа «Сабалашак онлайн». Программа для тех, кто привык вести активный образ жизни, но по каким-то причинам лишился этой возможности. С нашими тренировками вы можете привести себя в тонус, не используя какой-либо спортинвентарь. Начнем нашу тренировку. Перевернутый снежный ангел. Для этого упражнения вам необходимо широко разводить руки, описывая окружность. Руки при этом движутся по полной амплитуде, из-за головы до бедер. Для тотальной проработки трапеции широчайших ромбовидных и мышц разгибателей. Когда сможете удерживать туловище и руки над полом, отведите плечи назад, зафиксируйте это положение. Для максимального напряжения мышц. Лягте на пол или на коврик лицом вниз. Вытяните руки вдоль тела, ладонями вниз. В руки нужно взять бутылки. Медленно разведите руки через стороны, пока не коснетесь затылка, соединяя бутылки перед собой. Медленно верните руки в исходное положение. Убедитесь, что ваши руки прямые и локтевые суставы твердо зафиксированы на протяжении всего упражнения. Рекомендуем делать данное упражнение не менее 20 повторений в 4 подходах. Перейдем к следующему упражнению. Лодочка. Давайте разберем это упражнение по пунктам. Исходная позиция лежа на спине. Ноги плотно сведены вместе так, чтобы носки и пятки соприкасались друг с другом. Руки прямые и плотно прижаты к туловищу. Начинаем диафрагмальное дыхание. На вдохе живот втягивается, а на выдохе выпячивается вперед. Теперь ноги приподнимаем вверх примерно на 40-50 сантиметров. Спина, руки и голова приподнимаются на такую же высоту. Опорой здесь служат ягодицы и зона крестца. В таком положении задерживаем дыхание на 8-10 секунд. Медленно делаем выдох и возвращаемся в исходную позицию. Рекомендуем в каждом подходе не менее 10 повторений, 4 подхода.
Перейдем к следующему упражнению. Тяга бутылок в наклоне двумя руками. Это одно из лучших упражнений для мышц спины. Встаньте в положение наклона и возьмите в руки бутылки. Ноги должны быть на ширине плеч. Спину прогните в пояснице. Не допускайте округления поясничного отдела. На выдох подтяните бутылки к поясу, сделав паузу в верхней точке 3 секунды. На вдох медленно верните руки в исходное положение. Обратите внимание, что движение осуществляется именно за счет мышц спины, посредством движения плеча, а не за счет сгибания руки в локтевом суставе. Помните, что в верхней точке ладони должны оказаться около пояса. Рекомендуем делать не менее 20 повторений в 4 подходах. Перейдем к следующему упражнению. Планка с разгибанием руки в локтевом суставе. Тяжелый вес не нужен, чтобы проработать целевую группу мышц. Кроме того, движение работает пресс, бедра, ягодицы и даже мышцы спины. Принимаем упор на ладони и носочки. Стабилизируем корпус, втягиваем живот. Освобождаем правую руку. Выводим ее так, чтобы можно было согнуть и разогнуть локтевой сустав. Выполняем сгибание в локтевом суставе, затем разгибание. Сделайте по 20 повторений на каждую руку. 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Французский жим обратным хватом.
Возьмите две бутылки и лягте на пол. Поднимите руки вверх. Ладони развернуты обратным хватом, ладонями в сторону головы. Сделав вдох, начинайте опускать бутылки ладонями к плечам, сгибая руки в локтях до уровня висков. Сделав паузу нижней точки 2-3 секунды, сделайте выдох и верните руки в исходное положение по той же траектории. Рекомендуем делать это упражнение не менее 20 повторений, 4 подхода. И последнее упражнение. Разгибание одной рукой из-за головы. Ноги шире плеч. Рука выпрямлена вверх. Начинайте выполнять движение. Опускайте бутылку за голову до 90 градусов в локтевом суставе. Важно! На протяжении всего движения локоть должен смотреть в потолок. Он не должен расходиться в стороны и также не должен уходить вперед. После начинайте медленно возвращать руку в исходное положение по той же траектории. Не старайтесь помочь себе ногами. Жим должен выполняться только с помощью трицепса. Рекомендуем выполнить данное упражнение в 30 повторений, 4 подхода на каждую руку. На этом наша тренировка окончена. Выражаем огромную благодарность Акимату города Алматы. Хотелось бы напомнить, что всего 1 час тренировок занимает всего 4% вашего дня. Будьте здоровы, увидимся в эфире.